Ну и переходим к следующей новости. В США особняк из крестного отца выставлен на продажу. Дом в Беверли-Хиллз в свое время принадлежал медиамагнату Уильяму Херсту, а затем служил одним из мест действия в культовых фильмах «Крестный отец» и «Телохранитель». Его владелец, юрист Леонард Росс, назначил за дом цену в 195 миллионов долларов. В особняке 28 спален, 38 ванных комнат. На территории находятся два пруда и теннисный Дом еще известен тем, что в нем часть своего медового месяца провела президентская чита Кеннеди Джона Жаклин. Нынешний владелец приобрел дом около 40 лет назад за менее чем 2 миллиона долларов. Особняк уже ранее выставлялся на продажу 9 лет назад. Тогда его цена была 165 миллионов.